Доброе утро всем, кто начинает новый день вместе с нами. Напомню, сегодня вторник, 15 сентября. 1 сентября в Музее современного искусства стартовал марафон экскурсий. Все экскурсии в рамках этого марафона проводятся бесплатно. Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях пресс-секретарь Музея современного искусства Ирина Климова. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Даш. Изначально марафон планировали завершить 16 сентября, но я так понимаю, что огромный наплыв, поэтому вы его продлили до 25-го. Что ж такое произошло? Действительно, скажу вам по секрету, что на самом деле уже сегодня расписана практически вся неделя. То есть и в конце прошлой недели мы собрались и обсудили, так как мы изначально анонсировали, что до 16 сентября любой желающий может прийти и получить бесплатную экскурсию, и школьник, и студент, и любой там пермяк абсолютно, то, естественно, у нас было желание дать все-таки эту возможность всем тем, кто позвонил нам в пятницу, в понедельник, значит, во вторник и в среду. Поэтому было принято решение продлить марафон экскурсии до 25 числа, и мы всех ждем к нам на марафон. А что такого показываете? Чем удивляете? На самом деле сейчас в Музее современного искусства две выставки. Одна московская, московская группа «Электробутик. Искусство для людей». И вторая – пермская выставка пермских современных художников. И я могу сказать, что на самом деле к нам за это время пришло очень много экскурсионных групп. И школьники, и студенты, и взрослые люди, в том числе делегации иностранные. Вот у нас была недавно иностранная делегация из Гренобля, фотохудожников. И это люди-эксперты. Они, во-первых, интересуются современным искусством. Во-вторых, у них есть в Гренобле очень хороший музей современного искусства, один из крупнейших в Европе. А также у них есть высшая школа, то есть специальное учебное заведение, которое готовит современных художников. И они восхитились, они сказали, у вас очень качественные выставки. Вообще, пермякам повезло, что у них есть такой музей. Это во-первых. А во-вторых, к нам приходят самые маленькие пермяки. У нас были в пятницу третьеклассники, которые получили тоже свою экскурсию. И понятно, что она была совершенно другая. Она была на понятном детям языке, веселая, игровая, дети где-то проползали под экспонатами, что-то трогали, значит, был у них мастер-класс, они все делали волшебные очки, как, значит, у Аполлона, вот, и на самом деле один мальчик в конце подошел и спросил экскурсовода нашего Светлана, он сказал, а когда можно будет снова прийти к вам в музейную экскурсию? Вот я считаю, что это на самом деле высшая оценка работы музея. Вот. И я предлагаю всем пермякам воспользоваться этой уникальной возможностью до 25 сентября прийти в музей. Кто может попасть к вам на экскурсии и как это сделать? Еще раз, это все очень просто. Любой абсолютно желающий может прийти в 17:00-19:00. Это для неорганизованных людей, значит, экскурсии. А для организованных групп это школьники, студенты. На самом деле организованные группы могут быть кто угодно. Может телекомпания «Орифей Пермь» собраться и своим коллективом прийти в музей. Просто для организованных групп мы даем возможность выбора времени. Да? Там музей работает с 12 часов дня до 9 часов вечера каждый день, кроме понедельника. Вы можете выбрать в любое время. Если вы приходите одни, то, пожалуйста, время в 17:00-19:00 вас ждет экскурсовод, он проведет экскурсию. Ирина, огромное спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, у нас этим утром в гостях была Ирина Климова, пресс-секретарь Музея современного искусства. Оставайтесь с нами, впереди еще масса увлекательной и полезной информации.